Как обычно, для разговора о трендах мы собираем представителей тех компаний, которые занимаются в России представлением международных тренинговых агентств. Изучают тренды, адаптируют их к российским условиям. Я считаю, прям лучшие специалисты. Мне кажется, сегодня очень важно было сказано о роскоши. О том, что роскошью становятся даже не внешние ее признаки, не то, сколько труда вложено в вещь, хотя это тоже важно, не то, какой ценник замечают окружающие. Роскошью становится возможность уделить внимание своему индивидуальному, эмоциональному и психическому состоянию. Вот это по-настоящему роскошная вещь. Если вы создали вокруг себя такие условия, значит, вы шикарный. Я сегодня с удивлением узнал, что это 40-я выставка по счету. Это значит 20 лет. Я начал вспоминать, есть ли что-то на моей памяти в Москве, что длилось бы 20 лет. И так и ничего не вспомнил. Ни ресторана, ни магазина, ни какого-то события. И похоже, что CPM – это та самая стабильность, та самая константа, которой нам не хватает в городской модной жизни. Это удивительно. А что касается масштабов, эта сессия чувствуется поспокойнее, посдержаннее. Я бы даже сказал, поскромнее, что, возможно, приятно, потому что на предыдущих был некоторый ажиотаж, связанные с тем, что люди не вполне представляли, какое место будет занимать мода в нашей жизни. И будет ли вообще, будет ли актуален такой разговор. Сейчас понятно, что будет, но, возможно, не такое большое, как мы надеялись. Будем ждать развития.